Тысячи лет жители острова Пасхи не беспокоились о завтрашнем дне. Они высекали из скал идолов Маай и верили, что те защитят племя от любых бед. Это и погубило островитян. Гигантские многотонные истуканы повержены. Сломанные, опрокинутые лицом вниз или вообще без голов, они разбросаны по всему острову, как немое свидетельство катастрофы, которая когда-то здесь произошла, рассказывает путешественник Леонид Круглов, участник кругосветного путешествия на барке Седов. Почти 900 истуканов были найдены на клочке суши площадью всего 163,4 км². Кто создал их? Как и зачем? Эти вопросы несколько веков подряд волновали ученых всего мира, и только в последние десятилетия остров Пасхи начал давать ответы. Открытый голландским мореплавателем Якобом Раггевеном в день Пасхи 5 апреля 1722 года остров удален от берегов Южной Америки на 3500 км. Расстояние до ближайших обитаемых островов Полинезии почти 2000. Обнаружив обитаемый остров, Раггевен недоумевал, откуда могли взяться люди на этом клочке суши посреди океана, куда он вместе с командой 19 дней добирался на кораблях от берегов Чили. Ответ был найден в конце 20-го столетия генетиками из Кембриджского университета. Они изучили останки людей, живших на острове в период с 1100 до 1868 года. Люди из различных регионов мира имеют специфический генетический признак или маркер, как его называют ученые. Биолог Эрика Хагельберг обнаружила в ДНК островитян полинезийский маркер. Полинезийцы поселились на острове, названном ими Рапа-Нуи, около 700-900 года нашей эры. Сколько их было, неизвестно, но к началу XIV века численность населения достигла 15 тысяч человек. К такому выводу пришли археологи, обнаружившие остатки фундаментов нескольких сотен жилищ. Поверхность острова была поделена примерно на 12 территорий, которые принадлежали разным кланам. По легендам, на Рапа-Нуи существовало классовое деление. Вожди кланов происходили из длинноухих. Они специально вытягивали мочки ушей и составляли правящую элиту острова. Остальные жители относились к короткоухим. Как гласит предание, именно предки длинноухих первыми пришли на остров. Их-то, призванных защищать Рапа-Нуи, и увековечили в камне жители острова. Древние ваятели высекали скульптуру из скал примитивными рубилами из обсидиана, затем перемещали на берега острова, где устанавливали на каменные платформы аху лицом в сторону территорий своих кланов. Первобытные жители Пасхи верили, что в глазах истуканов заключена волшебная сила, оберегающая их земли. Головы некоторых колоссов украшали цилиндрами, сделанными из красного туфа. Для чего это делалось, неизвестно. Маи достигали 10 метров в высоту, их вес составлял от 50 до 270 тонн. На изготовление одной статуи уходили месяцы. Маи высекали в Рана-Рараку, кратере вулкана Теревака, расположенного на востоке острова. Обсидиановые рубила изготавливали в карьере Пунапау на юге. Там же создавались красные шапки, платформы Аху, разбросаны по всему периметру острова. Это говорит о том, что кланы не враждовали друг с другом, а действовали сообща. Остров представлял собой подобие завода по производству статуй. Все эти места можно объехать за пару часов на машине. Но как это расстояние преодолевали местные с грузом в несколько сот тонн, рассказывает путешественник Леонид Круглов. Чтобы разгадать эту загадку, исследователи пытались перемещать идолов и в вертикальном положении, и в горизонтальном. Но как именно действовали полинезийцы, выяснить невозможно. Один факт не оставляет сомнений. При любом способе древним нужны были веревки и рычаги, которые можно было изготовить только из древесины. На острове очень скудная природа. Растут в основном кустарники и трава, говорит Леонид Круглов. Похожую картину увидели и первые европейцы. В конце 20 века географ Джон Фленли из Новозеландского университета Месси изучил ил, озер и болот Рапа-Нуи. В нижних слоях Фленли обнаружил споры чилийской винной пальмы,
самого большого в мире пальмового дерева, достигающего метра в диаметре и 20 метров в высоту. Позднее археолог Катрин Орлеак, исследовав 30 тысяч кусков обугленного дерева, обнаруженного на острове, выявила еще полтора десятка видов таких же мощных растений, как пальма. Палеонтолог Дэвид Стедмен изучил около 7 тысяч костей птиц из раскопанных мусорных куч. Он обнаружил, что остров раньше был родным домом для 6 видов пернатых и местом, где откладывали яйца более 25 видов морских птиц. Кроме того, Стедмен нашел многочисленные останки дельфинов. В отличие от других островов Полинезии, Рапануи не окружен коралловыми рифами, поэтому у берегов не было рыбы. Островитянам приходилось выходить в открытое море, где они могли охотиться только на дельфинов. Все эти открытия свидетельствовали об одном: полинезийцы поселились в райском уголке, густые леса, защищающие от тихоокеанских ветров и дающие материал для обустройства быта, обилие птиц и дельфинов, гарантировавших пропитание. Но однажды что-то пошло не так. Ученые установили, едва полинезийцы заселили остров, они сразу начали вырубать деревья. Древесина требовалась для изготовления каноэ и была топливом для костров, на которых готовили еду и сжигали тела умерших. Но основная масса деревьев ушла на изготовление рычагов для перемещения статуй. Французский археолог Катрин Орлеак, проведя радиоуглеродный анализ древесных остатков, определила, что дерево в качестве топлива островитяне перестали использовать в середине 17 века, окончательно перейдя на траву и другие мелкие растения. А значит, за 7 столетий полинезийцы полностью выкорчевывали лес. Остров Пасхи очень маленький. С самой высокой точки горы Теревака его можно увидеть целиком. Человек, который срубил последнее дерево, наверняка знал, что оно последнее, но все равно срубил, говорит географ Джон Френли. Не стало леса, пропало сырье для изготовления каноэ. Охотиться на дельфинов стало невозможно. Птицы перестали прилетать на Рапануи. А тех, что жили там, островитяне давно съели. Без корней деревьев верхний слой почвы размыло. Стало трудно выращивать овощи. Запасы пищи были на исходе. Но вместо того, чтобы вовремя опомниться и перестать уничтожать свой дом, люди продолжали воздвигать маайи, используя остатки веревок и деревянных рычагов. В каменоломне Рараку лежит самая большая статуя острова. Ее длина более 20 метров, вес около 180 тонн. Ученые предполагают, что эта статуя была последней работой островитян. Она словно крик отчаяния, обращенный к предкам. Но, по всей видимости, извлечь ее из скалы люди уже не могли или не хотели, говорит Леонид Круглов. Последние статуи были воздвигнуты в начале 17 века. Этим же периодом датированы найденные учеными наконечники копий. Это может означать только одно. Люди от мира перешли к войне. Голод положил жестокость. Согласно местной легенде, короткоухие обрушили свой гнев на длинноухих, призванных защищать Рапануи от всех напастей. Но не справившись с этой задачей, островитяне воевали не только со своими вождями, но и с духами предков, заключенными в маае. Большинство статуй на острове были повалены лицом вниз. Это было целенаправленное уничтожение идолов, считает Круглов. К концу 17-го столетия война закончилась победой короткоухих. Проигравшая элита была полностью уничтожена, а вместе с ней исчез и культ маае. В начале 18 века, к моменту появления голландцев, на острове проживало 2-3 тысячи человек. Они были сыты и вполне дружелюбны. Выместив гнев на богах и вождях, короткоухие сложили оружие и вновь взялись за плуг. На острове сохранились остатки каменных огородов. Большинство из них сделаны из осколков статуй маае. Камни укрепляли почву, защищая посевы от ветров. Здесь вновь стал расти сладкий картофель, ямс и сахарный тростник. Но уничтоженный лес было уже не вернуть, рассказывает Леонид Круглов. После нашествия перуанских работорговцев в 1860-х годах и последовавшей эпидемии оспы на Рапануи осталось лишь несколько сотен потомков первых поселенцев. Сегодня на острове Пасхи проживает около 4000 человек, в основном выходцы из Чили и с других островов Тихого океана.
Недалеко от каменоломни Рана-Рараку я встретил человека в туземных одеждах. Увидев, что я снимаю истукана на камеру, он схватился за нож и угрожающе указывал рукой то на меня, то на Маае. Я поспешил удалиться. В городе Ханга-Роа мне объяснили, что этот человек – потомок древних поселенцев. Он редко появляется на людях, рассказывает Леонид Круглов, а предпочитает жить так, как жили его предки. Пожалуй, он единственный, кто до сих пор чтит историю острова. Для остальных жителей гигантские идолы сегодня лишь туристические объекты. В прошлом веке европейцы вернули некоторые маи на постаменты. Путешественники приезжают поглазеть на них, как на единственное свидетельство существования древней цивилизации, которая когда-то сама подписала себе смертный приговор. Когда в 17 веке на острове Пасха началась гражданская война, местные жители перебрались в пещеры, входы в которые не так просто обнаружить. После окончания войны люди предпочли остаться жить в пещерах. По словам Леонида Круглова, своды пещер, где жили люди, часто обваливались, открывая землю солнечным лучам. В таких местах островитяне разводили сады и огороды. Некоторые из них сохранились и по сей день. На острове и сегодня много диких лошадей, которых в 18 веке завезли сюда европейцы. Остров Пасхи имеет форму треугольника, по углам которого расположены потухшие вулканы Рана-Као, Пуа-Катики и Тиравака. Последний самый молодой. По подсчетам ученых, он извергался 110 тысяч-150 тысяч лет назад, задолго до того, как здесь появились люди. Дождевые озера в кратерах – единственный источник пресной воды на острове, где нет ни одной реки. Сегодня наибольшей популярностью у туристов пользуется озеро вулкана Рана-Као. Сюда на закате водят экскурсии. Лучи заходящего солнца отражаются в воде, открывая взору фантастическую картину. В каменоломне Рана-Рараку, где расположена почти половина всех статуй острова Маае, вкопаны в землю по шею. Долгое время считалось, что у истуканов нет торсов. Только в начале 20 века ученые провели раскопки и выяснили, что статуи просто ушли в землю под тяжестью собственных тел. На острове Пасха есть традиция. Раз в год современные жители острова Пасхи собираются на праздники рапануйского языка. Танцуют, поют, общаются. Вот еще одна точка зрения, который публикуется в журнале «Вокруг света» в статье «Гибель богов» автор Дина Бабаева в августе 2013 года. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.